хотел бы вам сегодня показать одну интересную программку, бесплатную, которая называется Jace Placement. В данный момент версия 1.3.0. Разработана она российским человеком Григорием Шевцовым. Она сделана под Linux, под macOS, под Windows. Вот можно ее скачать с официального сайта. Такой у нее адрес. И эта программа позволяет создавать карты смещения или как бы карты высот. Ну, можно по-разному понимать, в общем, карты на основе генерации разными математическими формулами всяких интересных фигур. Вот, при этом эти карты можно сохранять разрешение до 8К в PNG формате. Вот, ну давайте, допустим, посмотрим, что оно умеет делать. Вот мы ее запускаем. Открывается такое вот окно. Вроде бы ничего нет. Нужно вот здесь вот сверху нажать вот на этот прямоугольничек. И здесь нам доступны вот такие вот режимы. Кстати, сразу говорю, настройку можно перейти. Здесь есть темный режим и светлый. Ну, я поставил светлый. Вот, выбираем первый, например. Jace Placement Classic. Открывается такое вот меню. И нажимаем, здесь вот написано, либо нажать сюда, либо клавишу R на клавиатуре. Вот нажимаете, например, и каждый раз генерируется случайным образом новая карта вот такого типа. И тут различные параметры есть. Вот итерации. Это как бы количество итераций. Там яркость фона. Далее вот, например, вот там больше ярких, меньше ярких участков. И тут вот, например, количество. Какие вот полосы, там фигурки могут использоваться, какие не будут. Ну тут кажется, конечно, что одно и то же генерируется, но на самом деле не одно и то же. Просто некоторые, вот, например, вот толщина линии, вот здесь уже прям заметно. Разные там расстояния между фигурками, еще что-то. И вот это, в общем, генерируете. И дальше можно просто нажать Save High и сохранить эту просто как картинку черно-белую. Вот, которая будет вот эти вот градиенты, градации серого считаться как за высоту. Ну, как известно во всех программах, белое это самое высокое, черное это самое низкое. Тут можно какие-то выдавленные фигуры использовать. Потом в конце видео я примеры разные приложу, как это в 3D графике, например, можно использовать. Вот, также можно сохранить нормалку. Это тоже очень хорошая вещь. Вот, можно колорайзер открыть и выбрать какие-то цветные варианты и сохранить уже цветную картинку. Heights это черно-белая, а здесь уже цветная. То есть можно на одной выдавливать, а вот это, например, использовать в качестве цвета, если будете где-нибудь, например, в программе 3D моделирования использовать. Другой режим, Jace Placement 2. Давайте здесь вот такие штуки делаются. Они уже вот посложнее немножко, со всякими загибами, какими-то там вещами. Вот, также здесь можно выбрать их вид. Все это они всякие разные, какие-то панельки там. Это можно создавать такие детализированные как бы текстуры. Или тот, кто знает, что такое дисплейсмент, то есть выдавливание на основе, ну, выдавливание геометрии на основе карт высот. Можно создавать очень сложные какие-то там стены, мосты там, на, применить куда угодно можно поверхности. Ну, также вот здесь все это можно крутить, настраивать. Режим такой seamless, бесшовный. То есть туда текстуры будут генерироваться бесшовно. То есть можно ее повторять, и никаких стыков не будет. Еще один режим Velvet. Здесь у нас создается вот такой тип. Здесь тоже какие-то там различные параметры. Итерации, субитерации. Вот только там симметрия только по X, по Y или по обеим осям.
Наливайр. Он вот такие вот, кстати говоря, очень интересные вещи. Мне вот прям нравится такой вариант. Вот это количество слоев, вот этих вот линий. Вот, и при этом они как бы выглядят. Вот, прям те, которые туда глубже, они темнее. Соответственно, при выдавливании будет разница такая объемная ощущаться. Тут линии кривые, там различные толщина, рандомная толщина, направления, то есть такие прямые, диагональные, конические, случайные. Также все это можно цветом делать. Точно так же нормалки, карта высот, цвет, все это в каждом режиме можно сохранять. И еще последний режим J-Placement Don't Grid. Это вот такие сетку из точек создает. Кстати, тоже можно достаточно интересно это использовать. Но здесь уже от фантазии зависит, как это все применить. Можно включать, выключать, какие именно фигурки будут у нас использованы. И так вот, как вот они будут раскладываться. Кстати, да, вот в этом режиме нету колорайзера, потому что, наверное, тут особо и не нужно. Вот, но есть нормалка и карта высот. Вот такая вот забавная программа. Тут вот, если About открыть, показывает, прям очень сразу видно, что в этой версии обновилось, там что появилось, исправилось. Эта программа написана на JavaScript, то она заслуживает внимания для того, что, может быть, кому-то нужно такие вот штуки создавать. Вот, и может, мне просто в свое время случайно попалась эта программа. Понравилась она, что решил вам рассказать про нее. Так, ну, на этом все у меня. Пробуйте, смотрите. Ссылку на сайт и на скачивание программы сайта я оставлю в описании. Всем пока!